что вы сегодня здесь присутствуете в этом замечательном зале на джазовом концерте. Громадная заслуга ректора Государственной консерватории Узбекистана, профессора Диларом Ахмедовны Мурадовой. Совершенно ясно, что то, что у нас в Узбекистане и в мире связано с джазом и его разновидностями, это молодежное движение. Но сегодня оно уже приобрело статус движения, доступного для всех возрастов и национальностей. Молодая поросль сегодня настолько крепнет, что она может соревноваться с нашими маститыми музыкантами. Поэтому неудивительно, что мы их приглашаем на серьезные концерты и даже предоставляем им право сольного выступления на большой сцене консерватории. Эти птенчики, я надеюсь, в самом недалеком будущем уже превратятся в орлов. И я думаю, что то, что мы сегодня присутствуем на этом замечательном концерте... Мы даем право выступить на этой сцене еще одному ученику Бахадыр-ага. Дело в том, что мы с ним познакомились где-то лет 7 назад. Мы тогда организовывали такие джазовые поединки среди саксофонистов. И вот один из первых джазовых поединков прошел здесь, в Малом зале консерватории Узбекистана, на котором соревновались два саксофониста – Абдурашид и Алим. Один альтист, другой тенорист. Удивительно то, что несмотря на три раунда и на то, что мы три раза пересчитывали голоса, у них они разделились ровно 50-50, 50 на 50. То есть победила дружба. Нас потом обвиняют, что мы специально так сделали. Но зал был разделен. Одни голосовали за Абдурашида, а другие за Алима Абдулаева. И вот сейчас в новом качестве для вас выступит под руководством Алима Абдулаева Рикардо Скивалес, соло-сакс. Играет эта группа «Альянс».